Здравствуйте, с вами магазин Спецармия. Сегодня я хочу вам рассказать об аптечке АИН-2 Спецназ. Аптечка довольно небольшая, имеет крепление на пояс. Также ее можно с помощью шнурка одевать через плечо. Эти стяжки можно крепить не только на пояс, но также и на систему крепления Молле. Аптечка имеет чехол водонепроницаемый, дабы ее не замочило дождем. Чехол здесь держится, никуда не слетает, все время будет на аптечке. Аптечка выглядит довольно скромно, но имеет очень много полезных вещей. Здесь мы имеем жгут. Индивидуальный перевязочный пакет. Аптечка закрывается на систему, чтобы не открылась липучка. Это аптечка в развернутом виде. Здесь мы видим множество пакетов. В эти пакеты разложены медикаменты, стерильные салфетки и все, что нужно. Имеются ножницы, противошоковое средство. В каждую аптечку вложена инструкция по применению разных препаратов, а также перечень всего, что находится у нас в аптечке. Вот мы видим перечень того, что здесь есть и как этим пользоваться. В аптечке все очень хорошо скомпоновано. Ничего не болтается, не выпадает. Очень много отсеков и кармашков. Также вы можете дополнить аптечку своими определенными препаратами по состоянию своего здоровья. Пакетики эти съемные, вы можете как добавлять их, так и уменьшать. Такую аптечку возможно приобрести не только для себя, но и для своего товарища, также на всю команду. Это будет очень хорошее приобретение, оно обязательно вам пригодится. Спасибо за внимание, с вами был магазин Спецармия.